Привет всем, с вами Лёша, и сегодня я покажу вам инструкции на Лего Мини Узи. Я говорю, что у нее работает только затвор и вставляется обойма. Ну, довольно-таки прикольно, но давайте все-таки начнем. Значит, сначала мы будем делать магазин. Значит, вам требуются вот эти детали. Это все, что вам потребуется для магазина. Значит, соединяем вот так вот. Вот, готово. Это вы пока отложите. Значит, сейчас мы будем делать, сейчас скажу, рукоятку, чтобы туда проходила обойма. Значит, поехали. Значит, сейчас один момент, небольшая неполадка. Значит, вот эти детали пока приготовьте. Потом вот так вот. Потом делаем следующим образом такие угловые детали. Потом вот такую деталь берем, да, ставим вот сюда. Дальше ставим еще, так, сейчас, вот так, это три вот таких детали складываете вместе, ставите сюда, так вот. Значит, дальше берете такие. Складывайте вот две вот такие детали сейчас. Ставите их сюда. Значит, далее делаем все вот до этого. Заделываем. И главное, чтобы тут всегда было 2 на 2, чтобы помещалась обойма. Вот,
значит, дальше. Вот сделаю. Вот. Значит, теперь берем вот эту вот деталь. Ставим ее сюда. Так, вот такую деталь. Сюда. Такую деталь. Один на два вот. Сюда. И закрываем все до конца. Значит, вот рукоятка и обойма. Все, с ними закончили. Дальше идет вот самая главная часть. Затвором совсем. Сейчас, значит, делаем сначала спусковой крючок. Три детали всего требуется. Один на два. Такую горочкой. Один на два будем считать. И такую деталь. Тонкую. 6 на 2. Соединяем все вместе вот таким вот образом. Значит, далее. Вот сама прям часть конкретно. Значит, сейчас я вам покажу. Вот. Платформочка 8 на 4. Вниз ставим 1 на 2 деталь. Вот так вот. И закрываем это скобой. Вот у нас такая вещь получается. Тоже это пока отложим. Значит. Теперь. Ну, продолжаем. Значит, берем две такие детали. Совмещаем. Значит, дальше, ну, сейчас вот так вот. Это деталь 4, 8, 16 на 1, то есть 16 вот этих. Верхний где-то. Так вот кладем. И вот так вот. Точнее, простите, наоборот. Наоборот. Вот так вот. Вот так вот. Да. Далее. Делаем вот такую вещь. Значит, берем две вот таких вот детали. Две вот таких вот детали. И две вот таких вот детали. Значит, начинаем. Вот так вот. Делаем. Так вот. Вот так вот. Вниз вот эту вот деталь ставим. Таким вот образом. Значит, теперь вот это все дело закрываем деталью 14 на 1. Значит, это еще не все. Думаю, разумные люди это поймут. Значит, вот такую вещь делаем. Даже вот такую вот. Вот такую вещь. Это как бы ствол, он будет крепиться вот так вот.
вроде как должен там крепиться, да? Я прав? Да, я прав. Значит, совмещаем три вот таких детали вместе. Берем вот такую деталь. Вот так вот. Две такие. Так. 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 И одну деталь 2 на 2 вниз. Соединяем все вместе. Это пока вот поставим вот так вот. Потом, значит, вот такую вещь вот делаем. Это очень важно. Это затвор сам. Значит, две такие детали кладем друг на друга. Значит, потом вот одну такую сюда. Одну такую сюда. Одну такую сюда. Не сюда, сюда. Вот так вот. Значит, и две вот такие вот. Обратите вот сейчас внимание, куда я ставлю. Вот сюда. Вот так вот. Это вот будет стоять здесь вот. Ну, сейчас это, естественно, не прикрепится. Значит, идем по уровням. Как бы тут идет скрепление многих деталей. Значит, так, что там дальше? Эту деталь вот сюда, эту деталь вот сюда, эту деталь вот сюда. Заметьте, тут я оставил место. Вы его тоже оставьте, вот так вот. Продолжаем. Вот так вот. Вот так вот ставим. Вот. Все время отваливается. Ну, не бойся, это потом не будет отваливаться, это будет прикреплено. Вот таким вот образом. Теперь делаем вот такую вот вещь. Значит, сейчас покажу вам. Берем вот такую деталь. Вот так вот делаем. Потом по бокам ставим вот такие вот детали. Вот эту конструкцию ставим наверх. Таким вот образом. Теперь делаем вот такую вещь. Делается очень просто. Вот. Берем вот такую вот деталь. 6 на 1 плоская. А тут деталь 4, 8, 14 на 1. Прикрепляем. Вот так вот. Делаем так два раза. Потом к этой конструкции прикрепляем к платформе плоской 4 на 8.
деталь 2 на 1. Сверху ставим прицел. Это какой будет вам угодно. Но я делаю вот такой вот. Значит, теперь вставляем вот эту деталь внутрь. Это уже пошло как бы совмещение деталей, скажем. Так, и сейчас, пока мы делаете вот так вот. Ой-ой-ой. Так, вот так. Это наш курок с спусковой скобой. Вот. Значит, вставляем вот эту деталь внутрь механизма. Вот, как видите, она ездит. Ну, вот так вот, это хорошо. Она должна ездить. Если не ездит, значит, смотрите. Может быть, что-нибудь сделали не так. Значит, вот, закрываем. Ставим вот эту деталь наверх. Вот, как видите, все работает. Значит, теперь прикрепляем рукоятку. Обойму потом можете ставить. Ну вот, значит, дальше. Делаем, заканчиваем затвор, берем такую деталь, ставим круглую, и такую плоскую круглую деталь. Ставим вот так вот, значит, теперь, по сути, все должно работать. Сейчас. Бритвенка, у него самого проблема. Странно. Сейчас один момент. Вот. Ну и, собственно, можно вставлять обойму. Значит, вот готовое мини-УЗИ. Ну, мне очень нравится. Значит. Извините. У меня небольшие неполадки с ней. Значит. Значит, смотри. Ну, вы там можете решить проблему. Ну, а с вами был Лёша. Я вам сегодня показывал, как сделать моё Лего УЗИ. Ну и, собственно, до встречи. Увидимся в следующем видео. Ладно, пока. Подписывайтесь и оценивайте. До свидания.